Animal Rescue. В закамском приюте для собак появилась новая, необычная постоялица. Чижа – собака, которая раньше жила в квартире, затем оказалась на улице, к чему была совершенно не готова не только морально, но и физически. Из-за почти полного отсутствия шерсти она постоянно мерзла и тряслась. Сотрудникам приюта пришлось срочно где-то доставать для Чижи свитера и костюмы. В противном случае она бы постоянно болела, сидя в уличном вольере. Собачка оказалась очень ранимой и трогательной, постоянно смотрела в глаза людям, словно ища их поддержки и внимания. По всей видимости, в родословной Чижи затесались китайские хохлатые, что и привело к такому особенному типу шерстяного покрова. Ей было около 3 лет, и она отличалась особой любознательностью, дружелюбием по отношению к сородичам и скромностью. Неравнодушные люди помогали приюту с костюмами для Чижи. Конечно, эта ситуация была для нее куда лучше прозябания на улице, но все же ей, как и тысячам других собак, хотелось только одного – найти дом и хозяина. Почти 3 месяца Чижа провела в приюте прежде, чем это случилось. Но затем она отправилась жить в теплый дом, к людям, которые полюбили ее всем сердцем, и где комбинезоны и костюмы нужно носить только зимой, во время прогулок. Посмотрите, как изменился взгляд Чижи, когда она стала домашней. Не бойтесь брать животных из приюта, они ничуть не хуже породистых, а любовь и благодарность от них вы получите в двойном объеме. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!